stato di costituire i funzionari del Consiglio Locale Scereiomani, va tutto a conoscenza. Conoscenza di asso, si è stato motivato con maturi consiglieri. Mozari Igor, Buceschi Ivarin, Чорний Андрей, Лицо Владимир, Григоришо Николай, Йордан Сергей, Пасад Дмитрий, Опертора Лиса, Ребак Ірена. Головне шедінці ясно спортичує шефі дирекціонного секцію всевічого лікарного приборінгу Єжіпіли Велс, менеджері інтерпретерного муніципалі інституційного медицинського санітарі Кузіше, репрезентанції мас-медіа, репрезентанції органної дидрекції. Pentru onorarea drapelului Republicii Moldova, drapelul municipiului Bălțimă, municipiului Bălțimă, Republicii Moldova, vă rog să vă ridicați. Рассмотрение обращения общества с ограниченной ответственностью с выбросом СОУШа,
1/4/12/2017 года и 1/15/12/2017 года о приостановлении вывоза твердых бытовых отходов с территории муниципия Бойлс. О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципии Бойлс номер 13/11/16/2016 года о утверждении муниципального бюджета Бойлс на 2017 год с последующими изменениями и дополнениями. Разрешение на возврат муниципального имущества из управления муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства ГОС, право хозяйственного ведения на баланс прямовис, последующей передачи в оперативное управление, управление образования, молодежи и спорта. Также был рассмотрен вопрос в рамках специализированной консультативной комиссии, но не будет сегодня включен в повестке дня, так как технически он был решен. Это вопрос о внесении изменений решения Совета муниципалитета Бойлс 12/3 от 08/12/2017 года в организации новогодней ярмарки «Не осходимо» и развлечений на площади Василия Александрия, улице Дипенденции и улице Тосновецкого. Спасибо. Дайте проголосовать за повестку дня как за основу. Согласно. За включение повестки дня на подтверждение договора управления муниципальным имуществом, справа хозяйственного ведения, муниципальным предприятием, продвинулся управление по делу. Кто за? Единогласно? Нет. Кто против? Воздержал? Единогласно. Подтверждение ответа на обращение секретариата парламента номер C-3189/18/13/11/2017 года. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Лавров, тема уложения зеленых насаждений. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Рассмотрение обращения от службы Solution от 4 декабря 2016 года. И номер 01/14/15/2016 года о приостановлении вывоза твердых бытовых отходов в территории муниципалитета Бойлс. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Внесение изменений и дополнений в решение Совета муниципалитета Бойлс номер 13/1/16/12/2016 года о утверждении муниципального бюджета Бойлс на 2017 год с изменениями и дополнениями. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. По разрешению на возврат муниципального имущества и управления муниципальным предприятием ЖКХ Бойлс с правом хозяйственного ведения на баланс примарии. Последующей передачи эффективного управления управления образования молодежи и спорта примарии Бойлс. Кто за? Против? Воздержались? Голосуем за повестку дня в целом, пожалуйста. Кто за? Кто за? Кто против? Поддержались? Переходим к условию регламента на проведение данного акта. Предлагается по вопросам повестки дня до 3 минут, для обсуждения до 2 минут, для реплик 1 минута. Свидетелям предлагается выступать не более раз, ни одного раза по одному вопросу. Кто за? Кто против? Воздержались? Единогласно. Если в случае отсутствия председателя, что и отсутствия возможности подписать решение совета, предлагается утвердить кандидатуру советника Гула Владимира. Кто за? Воздержались? Против? Предлагается для рассмотрения первого вопроса повестки дня. Управление публичным просветлением по проекту решения Совета Бойлс об утверждении муниципальной программы по социальной безопасности и самообеспечения муниципалитета препаратами крови на период 2018-2021 год. Докладчик, представитель службы здравоохранения. Все полосы на пункте 5, АЧС проекта, пункт 2, там, сечем. Заключение комиссии, пожалуйста. Наша комиссия получила положительное заключение с учетом изменения того, что вы начали видеть, что поменять дату до 2017 года. Комиссия, которая пришла, обязана просить пройти на чистку.
принять за основу проголосовать. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. За предложение председателя Конституционного суда по экономическим вопросам поменять срок. Или это было? Да, да. Ну так, за это предложение кто за? Кто против? Воздержались? Предлагается за решение целого проголосовать. Кто за? Против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос в повестке дня об изменении значения строения явных строительств. Пожалуйста, заключение председателя комиссии. Председательная комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует отложить предложенный проект решения. Значит, проект решения подготовлен в связи с отсутствием заключений двух управлений. Я не знаю, я, если они подготовлены на сегодняшний совет. Уважаемые советники, с тех пор, как рассмотрим был вопрос на комиссии, мы сделали и согласовали, которое требовала комиссия, то есть согласовали вопрос с управлением муниципальной собственности, с директором Дома культуры и с управлением культуры. То есть все эти согласования фигурируют сейчас на самом проекте. На юнацию. Да, встали. Я просто данные заключения комиссии не изучали, поэтому я не... Я предполагаю, что до изучения этих заключений комиссии мы не можем понять. Ну, если... Уважаемые советники, голосования не было приложено, но было, подпись есть на решение, что согласовано с директором муниципального дворца культуры. Она вчера была приглашена на комиссию по муниципальной собственности. Согласовано потом с начальником отдела культуры госпожой Корова. И есть подпись начальника управления муниципальной собственности и семейных отношений. Заключение. Заключения нет. То есть, что подписи сегодня это означает, что это уже заключение или что? Или мы не знаем, какая процедура, то есть, что мы каждому это решение? Было предложение отложить, а отложить, может быть, это послужит поводом для решения, чтобы проект решения были предоставлены в соответствии с законодательством. Конечно, мы вот сами сказали на комиссии, что вы не будете принимать решение, пока не будет заключение. Потому что непонятно, имели ли вы право менять устройство назначения, поэтому за... Поэтому я вам сказала, а в основании нету, есть просто надписи. То есть, решение нет. Тем более, Игорь Ильич, по закону местной администрации 436 закон, там четко указывается, если секретарь совета устанавливает или констатирует в рамках совещания совета то, что есть несоответствие в оформлении пакета по проекту решения, это констатируется протоколом и возвращается на доработку. То есть это даже законодательство предусмотрено. Спасибо. Спасибо. Если больше нет вопросов, голосуем за проект решения. Все? Да. За основу. Голосуем за предложение специализированной комиссии о предложении рассмотрения данного проекта решения. Давайте еще раз за основу, а потом за предложение отложить. За основу проголосовали за предложение об отложении. Рассмотрение данного проекта решения. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержались. Вопрос отложен. Следующий вопрос рассмотрения заявления ООО «Калиатор» номер 3/2016 года. В связи с тем, что данный вопрос взаимосвязан с предыдущим вопросом, предложение отложить данный вопрос. Проект решения как за основу. Прошу проголосовать. За предложение специализированной комиссии. Кто? Пожалуйста, еще раз за основу проголосуйте, пожалуйста. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Двое. И за предложение специализированной комиссии. Кто за? Кто против? Воздержались. Спасибо. Следующий вопрос.
думаю, что муниципальная собственность баланса клинического муниципального бюджета 20 следующей передаче управления учреждения. Пожалуйста, заключение специальной комиссии. Резервная комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует утвердить предложенный проект решения. Наша комиссия также рекомендует утвердить данный проект решения. Комиссия по образованию рекомендует. По данному вопросу имеется. Предлагается проголосовать за данный проект решения. Кто за? Воздержались? Против? Единогласно. Следующий вопрос о передаче имущества публичной собственности муниципального государства публичной собственности села Садовая. Пожалуйста, заключение специальной комиссии. Обозрать. Обозрать муниципальное имущество и сказать наблюдение. На ПРЖ по каналу ДОС. Примирение муниципалитета. Судебная комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует утвердить предложенный проект решения. Кто за? Кто за данный проект решения? Пожалуйста. Кто против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос. Номер 6. О передаче имущества из публичной собственности муниципального города в публичную собственность села Садовое. Пожалуйста, заключение комиссии. Данный вопрос также был рассмотрен на комиссии. Комиссия рекомендует внести следующие изменения в проект решения. Пункте 2.1 проекта решения добавить. Существующее решение. Следующая редакция. Осуществить передачу муниципального имущества и подписать акт приема передачи после проведения соответствия с действующими законодательством правоотношений между премьерией села Садовая и муниципальным предприятием ПРЖИА «Парканал». В части договоров обслуживания сетей, оборудования, договоров аренды, бухгалтерского учета и их... С чем это связано? На комиссии вчера также мы привлекали представителя, был приглашен представитель Садовая, он есть сегодня в зале, которому было предложено. Есть технические и юридические моменты, которые село Садовое должно принять на своем совете и внести соответствующие изменения. Я думаю, что она сейчас может это пояснить и сказать. Добрый день, уважаемые посредники, Гонзалья Катерина, сейчас исполняю обязанности своего друга. Вчера мы обсудили предложение по внесению изменений в проект решения, и совет, это гласно было, совет не возражает, единственная проблема – это процедура, соблюдение процедуры. Будет также выписано гарантийное письмо, что в 30-дневный срок с момента утверждения решения мы выкупим имущество. То есть мы выполним эти условия, которые предусмотрены на проекте решения. Я бы еще добавил, что мы передаем действующее оборудование, благодаря которому жители обеспечены водой, канализацией. К этому вопросу, надеюсь, премьер села Садовое подойдет ответственно. Если не будут вопросы, не думаю, что кто-то из начальника управления премьер откажет помощи. И я думаю, что это ваши интересы, и мы только за то, чтобы жители села Садовое пользовались качественными услугами, именно водой и канализацией. С учетом того, что вижу вопросов нет, я прошу проголосовать за основу. Есть еще нет? Решение нашей комиссии практически такое же. Мы тоже долго обсуждали, потому что сговоры просят не просто вернуть им их собственной стране, собственно, переданным номером и обслуживание этой сети, а так решение не было ничего сказано про обслуживание. Вот сегодня было представлено гарантийное письмо по оборудованию, которое установлено на этой скважине. Как мы вмещаем, что можно проголосовать за приглашение действующего муниципального собственника? Предлагается проголосовать за данный проект решения при Сосново. Кто за? Кто против? Воздержались? Единогласно. За предложение специализированной комиссии по муниципальному хозяйству. Кто за? Кто против? Воздержавшись?
проголосовать за проект решения в целом. Кто за? Воздержались? Против? Единогласно. Следующий вопрос в повестке дня. Об утверждении договора субсидирования муниципальных предприятий «Дорожный мост» третьего уровня ГОСТ на 2018 год. Пожалуйста, заключение комиссии. Резервная комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует утвердить предложенный проект решения. Единственное, там была техническая ошибка. Само договора, я думаю, что спускается в рабочем порядке. Наша комиссия также ведет утвердить данный проект решения. Комиссия предлагает учитывать ряд простых проектов решения. Ставим на голосование. Кто за данный проект решения? Вопрос. Да, ты факт, просили у административного аналитика сегодня. Да, двое будет интересующих, кто в административном совете. Прошу внести принятие протокола и предлагается проголосовать за данный проект решения. Кто за? Кто против? Воздержались? Единогласно. Следующий. Проект решения номер 8 о утверждении договора субсидирования жилищно-коммунального хозяйства ДОС на 2018 год. Заключение комиссии, пожалуйста. Заключение комиссии по данному проекту решения также положительно. Я воздерживаюсь от голосования с позиции интереса, подтверждаюсь представителем администрации. Наша комиссия также ведет утверждение на решение. Комиссия подтверждает себя, ребята, будет выбрать или действительно. Ставим голосование на вопрос. Кто за данное проект решения? Кто против? Воздержавшись? Единогласно. Спасибо. Следующий вопрос об утверждении договора субсидирования управления капитального строительства единого заказчика на 2018 год. Заключение комиссии, пожалуйста. Заключение комиссии по проекту решения положительно. Наша комиссия даже будет утвердить данное проект решения. Комиссия по поддержке дисциплины обязан пройти проект лечения, курмадарь принимает вариант отделения магистрата, покупку пакт ченч, синтагма консилиум, без субститов, синтагма препарет. Предлагаю проголосовать за проект решения как за основу. Кто за? Кто против? Воздержались? Предлагаю проголосовать за предложение комиссии специализированной. Кто за? Кто против? Воздержались? Предлагается проголосовать за проект решения в целом. Кто за? Кто против? Воздержались? Следующий вопрос номер 10 повестки дня. Утверждение договора субсидирования муниципального предприятия по благоустройству и изменения ГОС на 2017 год. Пожалуйста, заключение комиссии. Резервная комиссия рекомендует утвердить предложенный проект решения. Комиссия даже рекомендует утвердить данный проект решения. Комиссия предлагает решение, когда проект решения увеличится. Член Минсовета Кудряшова не голосует по данному вопросу. Пожалуйста, протокол и предлагается проголосовать за данное проект решения. Кто за? Кто против? Воздержались? Принято единогласно. Следующий вопрос по весне номер 11. Участие муниципальных ГОС совместной операционной программы Румынии Республики Молдова 2014-2020 годы. Пожалуйста, сообщение комиссии. Комиссия рекомендует утвердить данное проект решения. Учение комиссии положительное. Заключение комиссии по муниципальному хозяйству также положено. Имеется заключение того, что предоставили? Рекомендация комиссии по сотрудничеству. Комиссия по муниципальному хозяйству для строительства проекта. Мы из Юрия Ельва, Шевинцева и комиссия по сотрудничеству. В Мацак Ель, дата для различных гасфей, Мансаря, это был Патчпарин. Что у тебя с кем переходить партичпарить? И вот скажи, что у вас скажи, проект лечизии. А сейчас фонансат апеллоды еще нового биржа, а вот здесь почему? Так ты один из лечизий с скальным лазейчик почему? Предлагается проголосовать за основу проекта данного решения. Кто за? Кто против? Воздержались? За предложение представителя. Поменяйте процент с 11% на 10%. Кто за, кто против, воздержались, единогласно за проект решения в целом, пожалуйста. Кто за, кто против, воздержались, единогласно. Следующий проект решения номер 12 о премировании лиц, занимающих ответственные государственные должности при МВИ муниципальных ГОС. Пожалуйста, заключение комиссии. Комиссия рекомендует утвердить данный проект решения. Нет вопросов, мы переходим к голосованию. Кто за данный проект решения? Кто против? Воздержались? Единогласно. Переходим.
Переходим к ответам. Утвердить ответы на обращение к госпоже Акаке от 27 ноября 2016 года. Пожалуйста, сообщение комиссии. Комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует утвердить предложенный проект решения. Комиссия также не будет утвердить проект решения. Переходим к голосованию. Нет, что? Да. На комиссии по муниципальному хозяйству начальник Вячеслава Федоровича было предложено в рабочем порядке для заполнения просто подготовить, что мы сейчас продолжим подготовить эти люди, потому что на данный момент тоже проводились и работы, и техническая документация в данном проекте. По этому объекту в декабре месяце работы уже выполнены, но не оформлен акт за декабрь, не завершено оформление акта выполненной работы за декабрь месяц. Поэтому мы подготовим, когда будем знать точную сумму денег, освоенных на этом объекте, мы можем дополнить его этой суммой. Если нет никакого вопроса, мы переходим к голосованию. Кто за данный проект? Да? Против? Воздержались? Единогласно. Следующий вопрос по резолюции 14 об утверждении ответа на обращение госпожи Петуховской от 14 декабря 2016 года. Пожалуйста, сообщение комиссии. Заключение комиссии по проекту ответа получил пункт. Наша комиссия также рекомендует утвердить данный проект решения. Комиссия по предыдущей субъекту взяла свой цифр и резолюции. Переходим к голосованию. Кто за данный проект ответа? Кто против? Единогласно. Спасибо. Утверждение письма в адрес Министерства сельского хозяйства и регионального развития охраны окружающей среды. Пожалуйста, сообщение комиссии. Комиссия муниципального хозяйства рекомендует утвердить предложенный проект ответа. Наша комиссия также рекомендует утвердить предложенный проект письма. Переходим к голосованию. Кто за данный проект? Кто против? Воздержавшись? Единогласно. Следующий вопрос номер 16. Обсуждение ходатайства советника функции Петровского студента Александра Усатрова от номер 68 от 11 декабря 2017 года. Пожалуйста, сообщение комиссии. Комиссия рекомендует утвердить проект декларации с одним изменением. Исключить слова «усилия президента Республики Молдова», то есть остается без данной функции. Исключаются слова «усилия президента Республики Молдова». Остается против нормализации отношений с Российской Федерацией. Это третий абзац. Наша комиссия рекомендует утвердить данный проект с изменением. Адресатом указать формальный и комиссии. Сформируйте, пожалуйста. Я понял, адресат конкретно кто для протокола. Формальный правительство и комиссии. Хорошо, еще есть добавление группы? Что если это подвергается дисциплину, нельзя спросить информатор Республики, тот уточняющий декларацию солдата по усилию президента Республики Молдова по средству. Комиссия по муниципальному хозяйству рекомендует утвердить предложенный проект декларации. Împotriva sute de mii de migranți care lucrează în Rusia. Și Rusia se uită, cei care sunt pe Rusia se uită televiziunea moldovenească. Ce avem noi cu migranți care sunt pe Rusia, aici? Noi vorbim acum din Moldova, dar scrie cei care sunt pe Rusia. Ce, în Rusia se uită, oamenii din Moldova se uită în Rusia la televiziune? Eu propun ca aceste cuvinte să fie scoase. Mulțumesc. Da, este neapărat predăjenie. Este. Domnul Rădea. Propun ca eu să nu se implice Consiliul Municipal
în jocuri politici. Că noi avem niște nevoie ocupate treburile municipiului Bălți și Parlamentul este în drept majoritatea și votul și a doua de orice lege. Noi mai încingem spiritul cu asemenea declarații și pur și simplu îmi pare rău că s-ar putea ca majoritatea consilierilor municipiului Bălți scadă pradă unei declarații politice a reprezentantului unui partid politic. Și zic că o asemenea declarație, în genere, nu ar trebui să fie obiectul discuției Consiliului Municipal Bălți. De ce deci să nu o aprobăm? Vă mulțumesc. Da, este больше нет предложений. Ставим голосование. Как за основу. За основу. Да, кто за? Кто против? Кто воздержался? Ставим голосование предложение Конституционной комиссии по финансово-экономической деятельности. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Ставим голосование предложение Специальной комиссии по сотрудничеству с другими органами по партийной культуре. Озвучить. Да. Специальная комиссия по образованию, социальной защите и здравоохранению. Предложение. Кто за? Кто против? Воздержались. Один. Дамы и Ирина, дорогу по честь Горбаши, без причины годы предфамилии. Комиссия по
это уже впечатление от тебя позитивно, но два выступали. Преамбула для долга синтагма. Хлоит в конфедерации, распуска парламента ВВК, ну, по крыше Шарды Шопки, инфасти, за чего подойдет он и шанс. Председатель, предлагаю проголосовать за основу за данное предложение. Кто за? Есть вопрос, можно задать руководителю? Да, руководитель. Руководитель ДРСУ есть? Руководитель ДРСУ. Человек? Сергей Владимирович, ничего есть? Ну, сзади сейчас. Хорошо. В настоящий момент производится уборка муниципального предприятия. Скажите, пожалуйста, убирается в полном объеме. Статья, значит, в прессе написано, что порядка 40% мусора остается. Так это или нет, чтобы подтвердить присутствие? Значит, на тему того, насколько успешно осуществляется деятельность муниципальных предприятий ДРСУ совместно с муниципальным предприятием ГИО-ЖКХ, нужно могло ответить следующим образом. Та техника, которая задействована, она аналогичная по объему и по количеству ранее использованной техники салон-салон. Но те нарекания со стороны населения, которые имеют место в настоящее время, ну, в основном, в первую очередь, накопившийся ранее мусор до момента его вывоза нашими муниципальными предприятиями. С целью, чтобы все-таки эту ситуацию исправить, кроме этих мусоровозов задействуются и другие мобильные бригады с использованием погрузчика, самосвальной техники, которые параллельно совместно с работой с мусоровозом исправляет ту ситуацию, которая сложилась до 15 числа. То есть на сегодняшний день мы не только вывозим, муниципальные предприятия не только вывозят мусор с контейнера, но и собирает то, что накидано, раскидано в складе на наряд. То есть, по вашим словам, количество машин остается не меньше, чем то, что было раньше. На момент завершения деятельности Салубрии Салуши у них часть машин была поломана, и подвижной состав, эксплуатируемый сегодня, аналогичен подвижному составу, эксплуатируемого Салубрии Салуши. Кроме того, мы эксплуатируем МАЗы 17-кубовые и 10-кубовые. Мусоровозы, которые эксплуатировались в Салубрии Салуши, что одни, что другие, на пару кубов по вместимости увеличены. Скажите, пожалуйста, эти машины, которые по объему больше, у них уплотнение мусора такое же, как и у тех машин? То есть вы уверены в том, что получится ситуация такая, что машины просто не успевают обижать весь город, собирать этот мусор, и по объему это достаточно большое количество мусора, он не уплотняется и будет задержка? Технические характеристики заказанной, полученной и эксплуатируемой нами техники, они с коэффициентом уплотнения до 6. Коэффициент уплотнения зависит от морфологического состава мусора, поэтому и пишется, что до 6. Но сама техническая характеристика транспортного средства позволяет говорить о том, что объем мусора, который сейчас будет вывозиться, соответствует объему мусора, который вывозится ранее. Спасибо. Пожалуйста, чтобы дополнить ответ на ваш вопрос. То, что касается количества машин на компании «Салубрия Салушенцы», это по нашей информации, потому что в недавний пор нам не предоставлялась информация о количестве машин, на какие маршруты использовались, то есть четкая информация, сколько машин они использовали, у нас нет. То есть четко мы сейчас ответить не можем. Мы можем четко ответить, какое количество мы на сегодняшний день используем. Ну, конечно, исходя из возможностей физических. Конечно же, я не могу утверждать, и сам, значит, тем более, так и наше муниципальное предприятие, что за один, два, три, за одну неделю ситуация будет под контролем. Сами понимаете, на протяжении нескольких лет эта услуга выполнялась концессионером. Да? На протяжении этого периода, конечно, устраивается определенная
определенный механизм работы. Конечно же, когда внезапно получается, что есть на сегодняшний момент, мы вообще-то начали с 15 декабря выполнять эту услугу, то есть я взял на себя ответственность и подписал соответствующее распоряжение, чтобы наше муниципальное предприятие, исходя из своих возможностей, то есть с технической точки зрения, но и, конечно, исходя из других возможностей, то есть то, что касается человеческого ресурса, да, потому что наличие самой техники это не обуславливает полный контроль ситуации, то есть попутно надо брать людей на работу, шоферов, обслуживающий персонал и, конечно, пропорционально еще определить маршруты, чтобы мы попали вот в этот надлежащий ритм. Так что я думаю, что минимум за 2 недели мы приблизительно возьмем под контролем эту ситуацию. Я вам говорю уже объективную информацию. Спасибо. Тогда можно было подготовиться к этому вопросу раньше, не пропыхать за 2 недели, решать, сколько нужно персонала, сколько людей. Потому что проблемы с этим предприятием «Слушан» у вас начались очень давно. И только сейчас мы принимаем решение, по каким маршрутам будут ездить машины. Я считаю, что это неправильно. Теперь второй вопрос. Давайте посмотрим немножко в будущее. С чем столкнулась «Слушан» на сегодняшний момент, с какой проблемой? С проблемой полигона. То, что там повышаются тарифы, и ввоз становится дороже нашего мусора. Вы как-то эту проблему собираетесь решать? У вас вы не столкнетесь с такими же проблемами, с муниципальным советом Беличенко или Цамбалы, которые хотят, ну, я не скажу, что заработать на этом деле. Они находятся в тяжелой экологической ситуации, они правы, что они хотят получить дополнительные финансовые средства для того, чтобы решать свои собственные проблемы. У нас же ситуация следующая, что Гордышки СССР подали в суд о том, что тариф на сегодняшний момент завышен. Если мы опустим тариф, кроме того, на полигоне тариф повышается за то, что мы туда ввозим этот мусор, мы попадем в патовую ситуацию. Поэтому об этих вопросах нужно думать заранее, а не на как на пожаре тушить. Спасибо. То, что касается пожара, о котором только что вы упомянули, он давно как бы вспыхнул. И вы лично знаете, это проблема не первого дня. Раньше, думаете, мы уже подумали, купили нужное количество, не то, что нужное, хотя бы минимальное количество техники, единиц. Это первое. Во-вторых, вот для того, чтобы не было нареканий «вы», я предлагаю, чтобы вот весь совет, да, разбился по всему городу и взял под кураторство определенные улицы, чтобы у нас была первичная информация по этим платформам, чтобы потом не было выбора. То, что касается тарифов. Было ходатайство от коммунального совета Беличан о пересмотре тарифа. Но было представлено только решение совета, без соответствующего обоснования. И вы сами очень знаете процесс принятия пересмотра этого тарифа с представлением соответствующего обоснования, начать публичные консультации в муниципе Берец. И постепенно о тех проблемах, которые вы говорите на будущее, их постепенно надо решать. Вы помните, когда передавалась услуга от спецавтохозяйства к частным партнерам, насколько меня уже проинформировали, тоже была аховая ситуация. Постепенно это все разрешилось. Но давайте не поднимать определенную панику. Я понимаю, что неприятная ситуация создалась, но если мы постепенно и вместе будем решать эти вопросы, и уверен, что мы достигнем нормального результата. Спасибо. Первый поднял руку Игорь Васильевич, пожалуйста. Мне кажется, что риски можно было оценивать в 2013 году, когда предыдущий состав совета передавал эту услугу в концессию. Я думаю, что сегодня не было бы этой проблемы. Матвич.
Domnul Igor Moțmieț, că am avut și eu obiecții la San Prebaia, dar către domnul Jemen. Domnul primar, spuneți-mi că poligonul la ziua de astăzi, îi ne primesc nouă mașinile care duce din noi gunoiul sau? Da, tocmai poligonul primește spre depozitare gunoiul. Prima întrebare, a doua chiar aș vrea să completez și anticipez și întrebarea dumneavoastră. Paralel, în mod legal și după epuizarea etapelor prevăzute și de drept guvern privind procesul de adoptare a actelor administrative de către organele centrale, cât și cele de locale, oricare solicitare din partea Consiliului Comunal, fie Birice, fie țambă, pe care domnul consilier a menționat, va fi pusă de ordine de zi, deci al Consiliului Municipal, numai după epuizarea examinării, justificării și respectiv al notei de justificare al proiectului respectiv. Prima etapă, sigur că vor porni procesele de consultări publice, fiindcă este vorba de un domeniu care atinge nemijlocit interesele sociale și economice ale locuitorilor municipalității. Și eu voi miza și voi insista unui proces, în primul rând, transparent și obiectiv. Mulțumesc. Și ultima sau și... A, și eu care. Domnul primar, desigur că aș avea o propunere ca cât mai degrabă, în anul 18, să ne gândim la totuși o fabrică cât de mică pentru municipiul Bălți, pentru aceste deșeuri. Și au fi mult mai bine. Au fost atunci ăștia, să zicem, ghilimele, care au spus că vor fi și fabrică timp de 3 ani și nu avem în ziua de azi nici fabrică, nici poligon. Desigur că ar fi mai bine să dăm o idee la asta și mai repede că zicem din toate situații. Mulțumesc. Vedeți de Panimski, că te-o spun. Eu vreau să răspund la întrebare. Ia fie și eu. Să vă pozvășesc. Domnul Zelea, deci eu am tras deja o concluzie timp de 2 ani și ceva, că cel care nu mai privește trecutul și nu privește realitățile și nu privește viitorul, nu are rezultare și identificarea unei soluții. Este linie deja pusă în anumite aspecte cu trecutul și mai ales problemele moștenite. Și dacă vom păstra calmul și vom fi mai consecvenți și mai organizați în soluționarea comună, pentru că problema atinge, este una comună pentru toți, pentru municipiul Bălți, eu cred că vom realiza ce și dumneavoastră propuneți. Mulțumesc. Мне кажется, что основному количеству присутствующих абсолютно очевидно то, что данное соглашение, концессия, это была изначально схема по откачиванию средств, и те, кто лоббировали эту схему, дальше и регулируют действия данной компании. Вначале Терры, потом Салубрити. И то, что сейчас, накануне Нового года, они устроили вот этот цирк, это тоже политическое какое-то действие, направленное на дискредитацию местной власти. Поэтому, когда задаются вопросы, получится у нас решить вопрос или не получится решить, лучше спросить тех, кто курирует и направляет Салубрити, да, вот в такие вот действия. Но они абсолютно точно, что это политическое действие под видом хозяйства. Для меня это очевидно. Конечно, необходимо будет принять массу усилий, но продолжать дальше, и когда бы оно всплыло, и эта ситуация в любом случае бы возникла, и то, что они предлагают, это ну, полный абсурд, и хотят этот абсурд повесить на муниципальную власть, на примара, на исполнительную власть, на муниципальный совет, на мой взгляд, это абсолютно ясно. Спасибо. Предложение, чтобы советники не разбились на сектора и монетаризировали город. Кстати, на голосование пишут, ставят данный вопрос. Или просто рекомендацию нам дать? Как нам поступать? Ну как, само предложение не может без хорошего обоснования. Я хочу просто на реакцию советников просто посмотреть, потому что это наша общая проблема. И не то, что что-то личное, я не знаю что, но есть вопрос, который решает непосредственно прав примария, сама примария.
но такого рода проблемы и вопросов я бы попросил содействия советников, вот действительно, просто вот в рабочей группе, знаете, вот создать рабочую группу в составе всех советников, чтобы Александр Иванович выдали всю информацию, где у нас есть уже предварительная информация, где находится платформа, в каком состоянии, какой вывоз или режим вывоза, потому что, честно вам скажу, одно ОКХ, да, только на одной машине за весь день просто не успевает просто уследить весь этот процесс. И надо создать рабочую группу в этом контексте, в составе всех советников, и уже вот активизироваться хотя бы до определенной ясности, как выходим из этой ситуации. Спасибо. Да, ставим на голосование за проект решения, как за основу. Кто за? Кто против? Воздержались? Ставится на голосование предложение специальной комиссии по праву. О включении в преамбулу ссылки на ответы письма с парламента от 14 ноября 2017 года и о внесении в пункт 3 проекта решения цифру 01.01.2018 и заменить на цифру 15 декабря 2017 года. Кто за данное изменение? Кто против? Кто воздержался? Разглядывается, проголосовать за проект решения в целом. Кто за? Кто против? Воздержались? Следующий вопрос на повестке дня. О внесении изменений и дополнений решения Совета муниципального собрания номер 1501 о подтверждении муниципального бюджета на 2017 год с последующими изменениями. Вопрос в сообщении комиссии. Комиссия рекомендует утвердить данное решение. Комиссия по муниципальному хозяйству также рекомендует утвердить проект решения. Если нет вопросов, ставим на голосование данное проект решения. Кто за? Кто против? Воздержались? Один глаз. 22 вопрос о разрешении на возврат муниципального имущества из управления жилищно-коммунального хозяйства ГЭЛС с правом хозяйства ведения на баланс предприятий с последующей передачей в оперативное управление управления образованием молодежи и спорта. Заключение комиссии, пожалуйста. Заключение комиссии по данному проекту решения положите. Я вы. Я воздержусь от голосования в связи с конфликтом интересов. Проголосовать за данное проект решения. Кто за? Воздержавший? Против? Единогласно. Переходим к, так как повестка исчерпана, переходим к вопросам и запросам советников. Пожалуйста. Вам будет шоу вопрос. Можно вопрос? На прошлом заседании я просила, чтобы наши пенсионеры отчитались перед советом о том, что они сделали. Видно, что салют, потому что она не хочет от них отчитываться, не то, что давать отчет ежемесячно о том, что они делают. Я хочу узнать результат. Уважаемые советники, после 14-го заседания мы обсуждали данный вопрос с Игорем Ильичем. Было подготовлено письмо, образец, по какому они должны дать нам отчет, и будет причем, так как этот сроки очень сжатые были, неделю, они бы не успели подготовить то, что нам нужно, и было определено включить на январское заседание муниципального совета. Так оно будет в январе месяце, если на вопрос. Подготовленные ослуги замужные, лаборатории, инженеры, подготовленные письма. Есть. Ринат, вопрос. У меня такой вопрос. По улице Киевская, по-моему, 6, там 8, скоро откроется магазин «Венера» на Северном вокзале. И там есть две мусорные контейнера, которые сейчас поставили прямо по... почти что не по тротуару, где ходят люди. И иногда там собаки эти... пакеты мусора по дороге там вытаскивают, валяются, и не как пройти. Можете определить другое место, или не знаю как, чтобы эти
мусорные баки, там, с теми, и люди ходили нормально по себе. Продолжение этого вопроса. Ну, до недавнего времени, или, скажем так, в наше советское светлое прошлое, площадки были обустроены несколько по-иному. Были крыши как-то, они были обозначены какой-то конструкцией каменной. То есть нет ли возможности, вот с учетом того, что будут разрабатываться и места, и маршруты, ну, в контексте всего этого, обдумать какой-то типовой проект для того, чтобы эти мусор, площадки для сбора мусора, они имели какой-то более-менее благоустроенный вид. То есть, по большому счету, это легкая конструкция там, с крышей, как-то, чтобы это имело. Ну, потому что на самом деле этот мусор повсеместно. Ну, в данной ситуации это вообще выходит за рамки нормального. Но в любом случае создать площадки, которые бы придавали какой-то вид тем местам, где осуществляется сбор мусора. Это первое. Пожелание такое. Далее у меня есть вопрос по поводу все-таки я задавал несколько раз в части организации безопасности движения. Установка вокруг больницы, к сожалению, нет руководства больницы, но хотелось бы, это высказано уже. Есть руководство? Значит, это обстановка на улице Дичибал, да, начиная от поликлиники, там несколько светофоров, там, или это обратиться необходимо в органы полиции дорожной. Ну, ставят машины кто как хочет. Есть возможность там создать площадку. По большому счету, кому-то необходимо обратить на это внимание. И еще есть ряд вопросов. В части организации безопасности движения мне бы хотелось, когда будет комиссия проходить, как-то информацию получать. Я бы хотел принять участие в работе комиссии. Еще, Ирина Мирчевна, я задавал вопрос в части работы единого окна. Есть немного некорректное, но на мой взгляд. То есть вы прием документов до часу, выдача с 15 до 17, и порой человеку приходится экономическому агенту или любому другому человеку приходить дважды. Утром нужно подать, а вечером прийти забрать. А нельзя ли совместить то, чтобы единое окно и принимало, и выдавало с утра до вечера? Сама проблема в чем находится? То есть они не настолько... То есть бывают моменты, что там никого нет вовсе в едином окне. Я находился на заседании муниципального совета, зашел забрать документы, мне сказали прийти после 15. Ну, приду после 15, но я не единственный, я полгорода так сталкиваются с ситуацией. Человек вырвался в свободное, делал время от работы, ему говорят, нет, мы сейчас только принимаем, но мы не выдаем. Вот подрегулировать это, если возможно. Я хотел бы ответить на первый вопрос, заданный. Дело в том, что то, что вы предложили по площадкам, я, Леонид Игоревич, не сказал, но что вы сказали. Они уже, часть площадок разработаны, и проекты тех же мусорных площадок с навесами, закрытыми, открытыми, рассматривались на Горсовете. Несколько вариантов. То есть, если у вас есть какие-то тоже предложения, Горсовет был недавно, был буквально в прошлой неделе, где варианты обустройства этих площадок были представлены. Уважаемые советники, вы можете голосовать онлайн за ту площадку, которая вам нравится. На нашем официальном сайте «Примария» это также есть. И также пожелание все-таки заседания комиссии примарийских, чтобы отправляли на почту. Это было, а потом это и прекратилась эта практика. Вчера тоже мы эту тему говорили. Хочется принимать участие более активно в жизни, мало ли может созреет тоже какая-то рациональная мысль. Олег Анатольевич, мы подготовим обращение начальникам отдела управления, будем просить их, чтобы они в каждую пятницу давали информацию, что будет на следующей неделе. И в конце рабочего дня пятницы вы будете получать информацию, что ждать вам на следующей неделе. Да, и у меня будет запрос. Прошу, ввиду того, что планируется
перевод перинатального центра в здание больницы муниципальной по улице Чебановского, чтобы службы примарии подготовили концепцию, предложение по увеличению парковочных мест в радиусе этой больницы, улице Полесова, Чебанова, в ближайших территориях, так как порой ее очень часто невозможно ни проехать, ни припарковать машину, то есть затрудняется трафик движения. Каждый просьба будет к директору больницы муниципальной. Я думаю, что тоже по данному вопросу будут какие-то предложения по данному вопросу. Потому как и после перевода, там просто эта улица станет. Если ни у кого нет больше вопросов, запросов, так переходим к приятной части. Возьму на себя возможность поздравить мэра города Рената Георгиевича Усатова с предстоящими православными и светскими праздниками от представителей нашей фракции, всех жителей, всех горожан, народников, примарей. По моему мнению, мы очень хорошо это уже отработали, этому свидетельствует много награждений, дипломов, которые все знают. Пожелать всего хорошего, здоровья и всех горожан, и всех приглашаем на открытие елки, кто состоится завтра, будет очень интересно. С вашими. И ставим голосование за открытие данного заседания здесь. Кто за? Воздержались? Против?